Бұл жақта 2200 ящик кетеді. 6 тонна, 7 тонна. Қардарларға бұл... Здесь около 2200 ящиков, это 6-7 тонн. Было бы хорошо, если бы продукция дошла до потребителей в течение 3 суток. А перед границей она стоит 18 часов. Пробка 4 километра. Машины не пропускают. Если выехать по встречке, то водители фур выходят. Бывало, вот недавно разбили лобовые стекла, потому что им ведь тоже надо пройти. У них тоже черешня, вишня. В прошлые года было хорошо, не держали подолгу, резко-резко проходили. В этом году мы отправили 2 спринтера. Они здесь по 15 часов постояли, не доехали до Астаны. 2 машины урожая испортились. Тем более холодильники в спринтерах слабые, не хватило мощности. А если холодильник не работает, за 2 часа вся ягода превращается в сок. А если еще и 15 часов будет так стоять, то до России она доедет за 5 дней. Срок выйдет, и придется только выбросить ее. Так. Отчим жақсы, Құдайға шүкір. Басы деле. Урожай, слава Всевышнему, хороший. И цена по сравнению с предыдущими годами хорошая. Мелкая ягода от 40 до 50 сомов. А крупную для России берем по 60-70 сомов за килограмм. За день мы вывозим 2-3 машины. По 10 тонн каждая, то есть до 20 тонн. Сами видите, сегодня много людей. Вот эта фура, вот эта большая машина, уже заполняется. Мы берем все на экспорт. А здесь куда мы продавать ее будем? Внутренний рынок сами крестьяне полностью обеспечивают. А здесь фермеры в основном работают на экспорт в Россию и Казахстан. Вот эти пластмассовые ящики пойдут в Казахстан. А те ящики, деревянные, в Россию. А эти сейчас отправим в Казахстан. Каждый день отправляем. Но казахи не предоставляют зеленый коридор. Они по-любому проверяют, берут анализы, только потом пропускают. На это уходит сутки. Например, машина, которая сегодня должна въехать в Россию, въедет только завтра. То есть сутки мы теряем. Каждый лишний час имеет свое значение. Ягода, конечно, не испортится, но качество товара теряется. Это же скоропорт. В Евразийском Союзе ведь, по идее, должен быть зеленый коридор. Говорили, что для ягоды в особенности сделают зеленый коридор, но для нас пока проблемы. У правительства, я не знаю, не хватает дипломатии или еще каких-то способностей, что ли. Но на границе, таможне у нас большие проблемы. Мы терпим убытки. Если в какие-то дни есть прибыль, то в другие одни убытки. Как будет завтра, только Бог знает. 3 дня были банкротами в Алматы. По идее, машину, которую сейчас отправили, завтра должна быть уже на алматинском базаре. 2 дня машины были в пути, но так и не доехали. А ягода, как только доехала, в тот же день должна быть реализована. Поэтому 2-3 дня она стояла, и мы были банкротами. Ведь мы же перевозчики, на себя берем ответственность. Фермеры нам ее здесь продают, деньги забирают и все. В основном проблемы с абрикосом, с черешней. Сейчас же их сезон. Им тоже нельзя подолгу стоять в пробке перед таможней. В одной фуре столько денег, очень обидно, когда все портится. В одной фуре от 10 тысяч до 15 тысяч долларов расходы. Если в самах, то где-то до 1 миллиона. Это на клубнику. А на черешню еще дороже. Те, кто работает с черешней, у них еще тяжелее. В России спрашивают нашу продукцию, потому что наша ягода очень сладкая и вкусная. Соток, 35 соток. 35 соток. Каждый день выходит где-то по 40-50 ведер. В принципе, хорошо, берут нормально. Сейчас продаем по 60-70 сомов. Наш народ в основном занимается земледелием, поэтому у правительства прежде всего должно быть решение. Оно должно решить проблему таможни, ведь население обеспечивает себя фермерством, выращиванием различных культур. Если бы не было этих проблем, развивалось бы наше сельское хозяйство, люди не уезжали бы в Россию, не становились бы мигрантами. Yeah,